Краевой филармонии готовят новый цикл концертов «Культурные столицы мира». И первое представление будет посвящено Санкт-Петербургу. Музыканты уже настраивают инструменты, и совсем скоро из-под умелых пальцев польются удивительные мелодии Дмитрия Шостаковича, музыканта, чья жизнь тесно связана с северным городом. Этого великого пианиста красноярские музыканты хотят раскрыть публике с новой стороны. Среди меломанов считается, что он мастер сурового жанра. На самом деле его творчество многогранно. Перед слушателями Шостакович предстанет веселым человеком, не лишенным самоиронии и даже сарказма. Но кроме музыкальных открытий, у гостей будет возможность задать любые вопросы. Художественный руководитель Красноярского симфонического оркестра Владимир Ланде намерен максимально вовлечь всех зрителей в концерт. Мы не брали этот формат откуда-то, он нигде еще не сделан. Это то, что мы решили создать прямо здесь, на красноярской почве, на красноярской земле. И надеемся продолжать это ежегодно. Публика сможет задать любые накипевшие, наболевшие вопросы или что-то, что интересует. Красноярский симфонический исполнит концерт для виолончели с оркестром номер 1, а еще одно из самых популярных произведений композитора – симфонию номер 5. Когда ее впервые исполнили в Ленинграде, овации не прекращались 40 минут. На самом деле Дмитрий Шостакович писал такие произведения, которые не могут быть нелюбимые. Они на самом деле все достаточно известные и приятные и для музыкантов, и для слушателей. Поэтому к этой программе мы с удовольствием готовимся. Шостакович, на самом деле, довольно серьезное произведение в техническом плане, я имею в виду, для музыкантов. И просто больше придется проучить это все и сыгрываться. А еще в концерте примет участие солист Санкт-Петербургской филармонии Дмитрий Коузов, лауреат многих международных конкурсов. Музыкальное путешествие по северной столице состоится 6 февраля в 7 часов вечера в Большом концертном зале. Анна Московских, Алексей Овсянников. Новости.